Друзья, здрасте! Это второй выпуск Новогорских игр, сезон 3 на 3. Знаете, чем мне нравятся наши игры? Своим абсурдом, потому что у нас сегодня бобслей на лонгбордах. Ну так а зацените, как мы заморочились с костюмами! Нет, нет, ну они, конечно, недовольны. Ну стоп, вы довольны. Не, ну зацените еще раз, как мы заморочились с костюмами. И по старой доброй традиции, как говорит наш режиссер, давайте быстрее это все дело снимем, а то им в шлемах уже дышать нечем. Правила сегодня максимально просты. Один участник команды садится на лонгборд, остальные его расталкивают до определенной линии и отпускают. Задача проехать как можно дальше. Но игроку, сидящему на доске, нельзя подталкивать себя руками. А вот рулить пятой точкой можно. Каждой команде даем 3 попытки. В зачет идет лучшее. Ну что, посмотрим, как говорится, кто готовил сани летом. Стоп, сейчас же лето. Ну тогда просто погнали. Что, он самый главный, что нам не так дюк? Давай-давай, мужики. Жестко, уверенно. Быстро, спокойно. Раз, два, три! Давай, погнали! Погнали! Ложись! Этому карлику дали 30 килограмм. Хороший, хороший результат. Первый заезд за нами остается. Я не могу раньше лечь, там присуха отваливается. Да? Хочешь проехаться? Я могу попробовать просто пока. Я думал, локоть не особо, наверное, нужно, я думал. Ну, вот я сейчас на локоть вон. А, да, тогда одевай. Че, замена? Раз, два, не три. Не сильно только. Коля! Они тяжелее, видишь, у них еще есть преимущество, да, как хотите. Ну так не просто. Вообще не больно. Дебил. Что за конкуренция? Раз, два, три. Ложись, ложись! И дальше. Конус, конус помешал! Стой! Это еще конус помешал нам. Мы бы еще дальше шли. Да, он застопорил меня. Раз, два, три. Не наклоняйтесь, так. Мы сейчас рекорд поставим. Я не знаю, что сказать вам, мужики. Через 2 минуты начнется самый важный слайд в вашей жизни. Решится. Или как мы команда, или ломаемся. Отдаем сантиметр за сантиметром, и мы в аду, мужики. Дальше не помню. Раз, два, три. Вообще нереально, что ты так. Слушай, нифига меня закрутило после такого дивиза. Мы в аду. Ну что, друзья, второй выпуск Новогорских игр завершен. У нас лидируют красные. 2-0 сейчас счет. Посмотрим, чем ответят синие в следующем раунде. А он будет не такой уж простой. Потому что там нужно будет использовать всю свою массу. Прохора, покажи массу. У меня ее нету. Ребят, небольшой спойлер. Прохора сказал, что в следующем конкурсе вообще, ну, типа, равных им не будет. Все. Так что...